Мені, будь ласка, як мені бути? Всі чоловіки мене кидають без вагомої на то причини. Прислухаюся до всіх ваших порад, читаю коди семінари, нічого не виходить, чи вийду я заміж? Смотрите, есть два таких компонента, которые очень влияют эзотерически на тот мир, в котором вы находитесь, делая вас привлекательной. Условно в эзотерике считается, мужчина это птичка, ну грубо птичка, которую условно изображают в виде птички с длинным носиком. Женщину при этом изображают в виде эзотерической женщины, это цветок. Мужчина опыляет цветок, и мужчина является своего рода птица, которая называется колибри, а женщина своего рода цветок, который больше похож на лилию. Таким образом, если птица хочет к цветку, то появляется отношение, взаимосвязь, природный такой компонент и так далее. И что или чем это регулируется? Смотрите, что необходимо делать. Первое. Очень часто у женщины не хватает энергии. Где эта энергия у женщины находится? Хотите быть той женщиной, которую обожают окружающие люди и хотят мужчины с вами жить, вы должны знать, что в женщине должна быть жизненно накопленная энергия, но в необычном месте. Где? В животе. Это женская энергия, которая находится в животе. Где она находится? Она находится на 4 пальца ниже пупка, на 2 пальца сзади пупка. Эта энергия называется энергией женской силы или энергия хары. Поднять или увеличить такую энергию можно. Каким образом? На вдохе женщина должна произносить слог «Ева». «Ева». И задерживать дыхание, и выдыхать. После этого делать второе упражнение, веретено. Представлять, будто в животе у нее веретено, и как бы втягивая воздух, втягивать в живот, выпячивая живот, нитки, которые в большом количестве вокруг вас находятся. И третье. Попытайтесь на протяжении дня посмотреть на себя в зеркало и попытайтесь сохранить вид своего лица. Чем сильнее вы будете видеть перед собой свое лицо, тем больше людей, которые будут вас обожать, мужского пола. Вот такие. А еще, как женщина теряет свою энергетическую силу притягательности, почему мужчины не хотят жить. Дело в том, что жизненная сила теряется, если женщина предумышленно и осознанно голодает, недоедает, не испытывает жизненной силы и радости и так далее. Обиду очень часто могут блокировать, знаете, есть ментальная еще идея такая, когда женщина считает, что все мужики плохие, или все мужчины плохие, там, хотят только одного, или мужчины там не такие какие-то, или обида на отца, обида на какого-то мужчину. Нужно себе сказать, я всех прощаю, да мне вообще все равно, мой будет самый лучший. И это все очень изменяет жизнь женщине, если она не тянет вот такие плохие ситуации в жизни. Но почему еще есть такой момент? Вы знаете, в эзотерике, определенной эзотерике, тайной эзотерике, женщину еще и считают, в случае, если женщина с мужчиной начинает жить, то женщину считают неким колодцем или водой. Помните, есть пословица, которая называется «Не плюй в колодец, сам воды напьешься». Вода — это своего рода жизненная сила, энергетика. Почему мужчины хотят спать с женщинами? Потому что женщина дает мужчине энергетику и жизненную силу. Она умеет это делать, и это очень часто происходит как раз в момент вот такого интима или интимных отношений. Но в случае, если женщина худеет, в случае, если женщина не хочет спать или там заниматься интимом, в случае, если этого нет, мужчина теряет энергетику, и ему этой энергетики не хватает. И таким образом у мужчины появляется упадок сил. Очень часто женщины с очень огромной такой сильной энергетикой второй чакры, женской энергии, энергии хары, они делают своих мужчин богатыми, яркими. К чему эта пословица «не плюй в колодец, воды напьешься»? Дело в том, что «плюй в колодец» — это говори плохо на женщину. Если вы свою женщину постоянно строите, ругаете, вредничаете, говорите, она там толстая, страшная, вредная, не делаете подарки, эксплуатируете, бьете, ненавидите и так далее, то это приведет вас рано или поздно к тому, что вы будете пить постоянно грязную воду. А от грязной воды можно заболеть, как? Ментально. То есть заболеть ментально, это как раз приведет к тому, что
мужчина уходит от своей женщины, не хочет с ней жить и так далее. Конечно же, нет среди женщин, среди мужчин, которые друг с другом живут, идеальных или неидеальных, или правильных, или неправильных. Каждый человек, кстати, живущий друг с другом, считает себя идеалом. Это, кстати, является одной из основных ошибок совместной жизни. То, что люди идеализируют себя и считают себя идеалами в жизни. Когда вас бросают, то вы считаете себя настолько идеальным, насколько и пытаетесь окружающему миру не пожаловаться, а доказать, что вы были идеальными, а тот человек плохой. Потому что объяснить, почему идеального человека можно бросить, с вашей позиции невозможно. Я хочу сказать, что это, ну, неправильная информация. Первое. Каждый человек не идеален. И каждый человек выбирает для себя жизнь самостоятельно. И каждый человек имеет право на ошибку. И каждый человек виноват в том, что с ним происходит. И каждый человек, и каждый человек, и каждый человек. Поэтому не уходят от женщины к другой женщине. Мужчина уходит от женщины, находя причины, почему он именно с ней не хочет жить. А вот женщина к другому мужчине может уйти. Разные мы, понимаете? Пройдите мой... Вообще очень хочу вам порекомендовать, не знаю, как вас зовут. Есть семинар, который называется «Быстрое замужество. Вторая часть. Обновленный». Посмотрите его. Там я рассказываю или даю методы такие, которые помогут вам окончательно уже найти своего мужчину и прожить с ним всю свою сознательную жизнь.